Здравствуйте, все зрители моего канала. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня я получила заказ по 16-му каталогу Faberlic. Очень по красивому каталогу. И сейчас я вам покажу, что же я здесь заказала. Во-первых, это вот такое вот средство для посуды с древесным углем. Устраняет неприятные запахи. Экстра моющая формула с природным абсорбентом подходит для мытья детской посуды. Косметика для уютного дома. Концентрированная. И номер здесь 11831. Это новинка каталога. Решила и я попробовать. Видите, бутылочка прозрачная, а средство черное. Также я заказала шампунь. Шампунь «Эксперт» 2 в 1. Кондиционирующий шампунь для любого типа волос. Мягко очищает, кондиционирует, придает волосам блеск и шелковистость, снижает ломкость волос. Технология «Смарт-система». Вот такой вот шампунь. Для любого типа волос. Ну, как мыть волосы, я не буду вам рассказывать, потому что это всем известно. А вот номер я что-то здесь... А нет, вот есть 98-89-88. Также я заказала освежители воздуха. И не один, а несколько. Водный спрей, освежитель воздуха, свежесть фруктов. Освежает, ароматизирует, увлажняет воздух в жилых помещениях. Эффективно устраняет неприятные запахи без спирта и пропеллентов. Вот такой вот спрей. И в наборе ароматы вот таких вот фруктов. И номер 11332. Второй освежитель воздуха – это зимние ягоды. Ну, то, что здесь написано, это то же самое, что и на том. Освежает, ароматизирует, увлажняет воздух. Номер 11233. Очень вкусный, такой приятный, именно напоминающий Новый год аромат. И совсем новогодний спрей. Это имбирный пряник. Освежает, ароматизирует, увлажняет в жилых помещениях воздух. Запах имбирного пряника. И номер здесь 11333. Вот таких три вкусных освежителя воздуха я на сей раз заказала. Давно я их уже не заказывала. Как-то раньше у меня был любимый только апельсиновый. Но в преддверии Нового года захотелось чего-то вот такого вот вкусненького, пряничного. Заказала я тушь. Она шла по акции с очень хорошей скидкой. К сожалению, коробочка пришла вот такая вот. Очень некрасивая, помятая, моделирующая тушь для ресниц. Главная роль. Давайте посмотрим. Номер здесь 5599. И тушь вот такая вот, очень красивая. Переливающийся, такой вишневый тюбик. Посмотрим, какая там кисточка. Ой, как долго выкручивается. Тушь есть, чувствуется. Кисточка здесь вот так вот, наверное, лучше будет. Обычная классическая кисточка. Очень люблю такие кисточки. Ими прекрасно наносить тушь на реснички. Красивый, красивый тюбик, правда? Но, по-моему, раньше
вот эта вот тушь в розовом оформлении, в таком вот вишневом, она, по-моему, шла в бархатном пакетике. Или я что-то путаю. Было у меня когда-то немножечко другого оттенка. Наверное, я путаю. Так, что там внутри? А внутри ничего я не путаю. Как видите, внутри бархатная упаковка. Вот как. Вот какая прелесть. Ой, девочки, какая красота. Я очень боялась, что если тушь, дорогую тушь, за такую цену отдают, думала, что тут будет совершенно высохшая. Но тушь, ощущение, что тушь там очень хорошая. Также я заказала вот такие вот пакетики. У меня как раз получилось разрешение на 4 пакетика по 59 копеек. Я взяла себе отбеливатель. Очень люблю вот эти вот малюточки, потому что бывает такое вот, еще не успел получить с одного каталога, а уже пока другой, все закончилось. И вот эти вот пакетики как находка. Отбеливатель для слепительно-белых вещей. И для белых и цветных тканей кислородный универсальный. Такой же. И для цветного белья. Сохраняет цвета ярко окрашенных тканей. Биоразлагаем. Не содержит фосфатов. Не вызывает аллергию. Порошок чудесный. Порошок замечательный. Я постоянно им пользуюсь. Мне очень он нравится. И когда бывают вот такие малюточки, я их всегда с удовольствием покупаю. И последнее, что я заказала, это новогоднее мыло. Символом следующего года. Мыло в виде мышки. У меня уже в ванной есть мышонок, медвежонок, щеночек. И теперь у меня еще будет мышка. Я никому не разрешаю мыться этим мылом, потому что мне оно нравится как украшение. Одно мыльце я уже распаковала. И посмотрите, какой здесь чудесный мышонок. Глазки, наверное, замылил. Видите, их срочно промывает. Вот такая вот прелесть. Вот такая вот красота. Вот такой вот милый мышка. И последнее, что я заказала, это один пакетик. Но я немножечко не угадала с размером. Почему-то мне показалось, что мне будет этого пакетика достаточно. А может быть и будет достаточно. Тут же есть донышко еще, оказывается. Вот такое. Это мне надо оформить подарок подруге к дню рождения. Там у нее подарок в коробочке. Ну, я надеюсь, что эта коробочка поместится сюда. А посмотрите, какой пакетик красивый. Действительно праздничный. С фейерверками. Очень красивый пакет. Ну и что же еще? А еще, девочки, новый каталог, который начнет работать 25 ноября, предновогодний, и с такими замечательными предложениями. Я не удержалась, я его уже полистала. И какое здесь прекрасное предложение, если вы подпишетесь на Faberlic, зарегистрируетесь, сделаете заказ на первом шаге на 59 рублей по каталогу, то в подарок на втором, в следующем каталоге вы получите вот такую вот новинку. Здесь бронзер, хайлайтер, румяна и пудра. Стоит это 45 рублей, но вы получите это всего лишь за 0,2 рубля. Какое хорошее здесь предложение. Прямо мне завидно, потому что я уже подписана. Не подписываться же мне по второму кругу. Это такое не получится чудо. Вот и все, мои дорогие. Вот такой вот у меня сегодня заказик. Такой вот предновогодний, вкусный, ароматный. С милым мышонком. Ну а с вами была Галина. А каталог я для вас обязательно полистаю. И мы с вами посмотрим предновогодние новинки. Помечтаем и, может быть, что-нибудь опять закажем себе.